Приветствую вас, уважаемые любители рыбалки, рыболовной ловли. Хотел бы записать видеоотчет по поводу рыбалки. Приехал в начале февраля, год 2017, на реку Аку под Серпухов. Место для ловли выбрал ниже рукава, где вот Цемлянка впадает, где сообщается Цемлянка и река Ака основная. Вот. Ловлю на вертолеты. Поставил я их сегодня 8 штук, хотя взял с собой 10, остальные разматывать не стал. Честно говоря, поленился, думаю, это достаточно. Вот. Не знаю, какой покров льда, взял с собой пишню и взял с собой бур. Вот. Течение очень сильное подо мной, где я сейчас на данный момент ловлю. Где-то груз у меня стоит 4-5-6 унц. Вот более-менее нормальный, оптимальный груз по данному течению. Это где-то 6 унц, почти, не почти, а грамм 300 где-то получается у нас. Вот. Ловлю на мотыля. Просидел я с 8 утра. Приехал 8, где-то полчасов с полдевятого. Ну, грубо говоря, без 29 начал ловить. Вот. И время сейчас час дня. Решаю собраться, ехать домой обратно. Холодно уже. Подзамерзаю немножко. Начало холодать, как передавали синоптики. Утром приехал, если было довольно-таки тепло, минус 5, минус 6. То есть сейчас у нас где-то градусов на 8, где-то уже холодание. Давление идет на вырост. То есть было 753. Пошло выше-выше, соответственно, чем выше мороз, тем выше давление. До 750. 8-757 где-то примерно так на подъеме. Вот. Ловил я на также пробовал еще. Уходил под берег под сам. Становился, пробовал. Ловил на поплавок. Хотел здесь поставить поплавки, но с грузом даже в 38-40 грамм его сносит. Заякориться, стоять, нормально ловить. То есть смотал метров где-то 15 лески, а ее все равно не хватает. Вот. Ушел под берег, простоял там, просидел, пока основные донки стояли. Раз где-то в полчаса 40 минут бегал, проверял. Клев неактивный. Я бы сказал, его вообще нету. Вот. Тем не менее, порадовал своим присутствием. Одна плотвичка такая мерная, неплохая. Поймал. Для сравнения термос положу. Грамм на 300, может она. Может, чуть-чуть побольше. 350. Поймал одного ёршика и одного пескарика. Вот. Народ сидит, народ выше сидит. Где-то километры от меня. Человек, наверное, 4. Лед по толщине хороший, где-то сантиметров 15-20. Словить можно, в принципе, без опаски, но все равно пишню беру с собой для простукивания. Шлет как он, как слоями идет. Где-то 15 сантиметров, где-то 30 сантиметров. Подмытое, тем более на течение, это очень и очень опасно. Не рекомендую соваться в те места, где особо не знаете, какой лед, какое течение, потому что подмывает, можно и не увидеть. Вот так, в принципе, итог рыбалки неплохой. Съездил, отдохнул. Поймал одну плотвичку. Вот. Все. Всем привет, всем удачных рыбалок. Ни хвоста, ни чешуи.